сравнительно недавно достался мне вот такой замечательный ножик производства города Ворсма Нижегородской области. Ножик мне очень понравился, и вот хотелось бы обратить ваше внимание на клеймо. Вот здесь у нас вот изображена птица сирен. И вот про нее-то и вспомнилась мне сказка Алексея Ремезова. Итак, один дровосек во время сильной бури спас дитя птицы девы сирен. И вот в награду сирен предложила исполнить любое его желание. «Хочу увидеть то, что ярче солнца и чего не видел никто на земле», – пожелал дровосек. «Остерегайся впредь подобных желаний», – сказала сирен. «Не все дозволено увидеть человеку, а на смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь. Но, что обещано, будет исполнено». Не успел моргнуть дровосек, как увидел себя в огромной пещере, где горело множество свечей. Время от времени кто-то невидимый гасил ту или иную свечу. «Что это?» – спросил дровосек. «Это жизни. Горит свеча, жив человек. Ну а гаснет?» «Хочу видеть гасящего», – потребовал дровосек. «Подумай, человече, прежде чем просить неведомо что», – сказала сирен. «Не могу. Я могу тебя озолотить. Могу показать красоты всего света. В моей власти сделать тебя владыкой над людьми. Трижды подумай». Но дровосек был упрямый, потому повторил свое желание увидеть гасящего. Через миг он очутился в непроглядной темноте и, наконец, понял, что ослеп. Так сбылось страшное пророчество птицы сирен. На смерть, как и на солнце, во все глаза не глянешь. Долго горевал дровосек, став слепым. Но нет худа без добра. Довольно скоро он обрел себе пропитание, уважение односельчан тем, что начал врачевать наложением рук, а также предсказывать будущее. Случалось, он отвращал людей от дурных деяний, которые те замышляли, или говорил охотнику или рыболову оставаться завтра дома, ведь все равно добыча от тебя уйдет, а вот на чужой самострел нарвешься, либо лодка твоя на крутой волне перевернется. Сначала и люди ему не верили, но потом убедились в правоте его пророчеств. Однако более всего трепетали те, кого он призывал к себе нежданно-негаданно и предупреждал приготовиться к похоронам. Предупреждения эти сбывались неукоснительно. Если кто-то отваживался спросить слепого дровосека, от кого он узнал о скором бедствии, тут старик ответствовал загадочно, что видит гасящего.